цветы розы сорта КБИ, соборет, белый в основании с каймой красного оттенка. Создается впечатление, будто цветок не до конца опустили в краску. Бутоны крупные и слегка удлиненные, они раскрываются в большие густомахровые цветки, лепестки которых красиво отгибаются. Но полностью раскрытый бутон смотрится не так эффектно. Цветок отлично подойдет для срезки и долго простоит в вазе с водой. Листья кустарника маленькие, темно-зеленые. Растение устойчиво к болезням и поражается ими только в неблагоприятные годы. Роза плохо переносит дожди и характеризуется повторным цветением. Роза чайно-гибридный кабарет – это кустарники высотой 100-125 см. Аромат у цветов слабый, окраска цветка белый с красной каймой. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10-11 см. Розу чайно-гибридную кабарет создал La Parayer Франция. Годом создания растения считается 1992. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.